песни, которую вы любите. Но я жива только тогда и имею право выходить на сцену сама для себя, только когда пишу новые песни. Все остальное я считаю спекуляцией. Для меня самой невозможно сидеть в 98-м, 95-м, 2006-м. Я люблю эти песни, но мне очень нравится писать их так же сильно, как тогда. И, может быть, еще даже сильнее, потому что, когда ты остаешься один на один с собой, у тебя получается новое, ты чувствуешь себя живым, а когда ты живой, тебе не стыдно просить время у людей, которые приходят в зал. И мне кажется, что вы это чувствуете.